Не скажи. Вау. И расслабься. Это приятно. Это было залипательно приятно. Ой, валанчики. Ой. Не обратная съемка, нет, никак. Какой приятный казанчик. Да-да-да-да-да, поднимай травку. Уф. Почему это так залипательно? Волосы какие гладкие становятся. Маленький. Такая вот железная дорога, да? Ага. Идем. Типа угу. Никого нету. Да. Такая вот, значит, дорога, да? Тот момент, когда Монтана... Я ничего-то не дернулся, я знал, что сейчас будет. Просто гениальный ход. Исправила, исправила. Какие-то пакетики с какой-то жидкостью. Это соевый соус, наверное. Не, ну прикольно, как будто волос отрезает. А, это макарошки. Годно, годно. Вот это классно. Ой, как он гладкий становится. Супер. Супер-пупер. Очки сломались. Как же так? У меня два очка. Да. У меня два очка. Вау, как
котик пролезает. Вот это годно. Вот это классно. Уф. Как он это делал? Вау, это как? Супер. Очень быстро класс. След остался. Ля, прикольно. Гениально. Потрясающе. Болит живот сразу после родов. Симпл, димпл, папа, сквыш, папа, сквыш. Приятненько. Пусика. А что это было, я не понял. Ничего себе. Нормально так яйца разбивает. Залипательно. Можно стать хомячком. Найс. Девушка, можно с вами познакомиться? Что? Ой. Сердце! Ай! Это что? Это суперское. Как он застыл, этот снежок. И так классно по нему ходить. Я обожаю, особенно сейчас. Так будет сейчас замерзнут. Это что такое встает? Ребят, почему оно плавится? Ну как? Что с ним происходит? Что это такое? По льду идешь, и он трескается. Ой-ой-ой. 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 Какая приятная земелька. Это вот база. Приятненько. Мы оценим. Пиво на телефоне будет очень вкусным. Приятные штучки. Бармен на баре разливает водяру. Водочку разлил. Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим. Это эффектно выглядит, согласитесь. Она еще так горит. И представляете, это можно пить. Я всегда вот этому удивлялся, что это за напиток такой. Но для чего его пить, когда он горит, я не знаю. Я не гуглил, как ты этим не интересовался. Он снял глазурь. Это было очень приятно. Я что, на него похож? Я ору с этого. Уже копыли другие было. Целует эту маленькую девочку. Тараканы, ну ё-моё, это вроде приятное видео, но... Но что-то здесь не так. По руке пробежала. Нет. Это приятно. А, я думал, лед. А он лобоуху, пупная лобоуха. Зачем? Сейчас же треснет. Не, ну это дизайн. Это дизайн. Ну зато выглядит интересно. Фонарь больше любит Макдональдс. Какой же это крик? Это приятно. Вот. Как ровненько заливается. Вы только гляньте.
Это очень радует глаз, это очень потрясающе, просто вот мягонько, прикольненько. А, это что такое? Это что такое? Припевак. Ну это эффектно, это эффектно. Эффектно, это эффектно. Я даже не знаю, что это такое. Гончарная штучка. Ой, аж наушник упал. Ёкалэмэнэ. Это было потрясающе. Не, не треба, не треба. Ну не треба, я какати хочу. Не треба, ребят, не треба, не треба, нема коли. Не хочет он какать. Вау, вот это классные боты. Хлебушек, не, ну это мило, это прикольно. Это... Ой, что это? Писюнчик такой. Вау! Блин, а если бы это был... Ой! Это годно. Ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, вот эти большие листы, и от них вода отскакивает. Это вообще-то супер. Капуста, например. Такая же петрушка. Ой, а вот эти маленькие пленочки, это нечто. Но, к сожалению, точнее, то, что это удовольствие, только один раз ты его сорвал, и все. Обратно ты уже не наклеишь, как было. Да. Nice. Что это? Чего она дрожит? Да, на самом деле, ребята, ставьте лайк, и тогда осень поскорее пройдет, хотя уже не осень, уже зима. И подписывайтесь на телегу, подписывайтесь на дзен, подписывайтесь на все, чтобы не потеряться, ребята. Ставьте лайки, вас и хорошо. Гладенько, гладенько. Гениально. Что это он отдирает? Это принт на футболке. Что может быть круче? Принта на футболке. Ворона, которая вылезает из тыквы. Ой-ой-ой. Как он разрезает эффектно. Надо муки еще добавить. А то как-то плохо режется. Девочка, когда проснулась, тут мывает, чистит зубы. Что делать, парни, первым делом, когда встанет с кровати? Нет. Опускает ручник. Нет. Кстати, прикольный чехол. Кстати, надо бы заказать такой. 6. Пранк пошел не по плану. 590 тысяч лайков. Сейчас, по-моему, напугает. Да. Напугает. Должен. Ой-ой-ой. Не, ну это что-то новенькое. Скидывает банки. С разноцветной жидкости, но это прикольно. Я потом вот так его разбьем. Ой, чуваки. Чувствую боль, Да. Почему все так хорошо? Но выглядело интересно. Вау. Я обожаю вот эти мягкие штучки. Обожаю, просто я не могу на них насмотреться. Они реально годные. Когда я режу что-то такое мягкое, когда оно там плавится там, или что-то разбивается, это выглядит максимально аппетитно и очень приятно. И что-то вытаскивает такое. Мишка, да? Сейчас будет красная вода литься. Со вкусом мишки. Да. Нет. Это надули шарик, а внутри просто мишка. А, мягкая штучка. Это то, что было с Team Calibre, да? О, арбузик! Вау! Это просто с кайф. Ребят, кто ел арбузик? Я на самом деле еще не ел арбузик. Что? Надрезаем по суставу их ноги. Осуждаю! Как готовим курочку? Готовим, братцы. Вау.
О, это тесто, это тесто. Оно такое мягкое, пушистое. Оно вздулось так. Ой, из него бы сделать. Помять бы его, да, вот так пожамкать. И сделать из него булочки. Вау, что это такое? Я думаю, по-моему, я уже проиграл. Нет? О, ёлки-палки. А, это кофе и шоколад белый. Это... Нет, это зефирка. Это зефирка. Ой, мешок. Ой, мешок. С картошкой или с чем? Алло. Или это бат... А, это матрас. Это подлокотник. Потрясающе. Это годно, это годно. Пописал. Она не могла держаться больше. Ой. Напоминает кое-что, я такое делал в деревне, когда навоз убирал, знаете, очень похоже. Так вот наваливаешь на вилы, а вкусненько. О, кожаная юбочка, это класс. Вау, вау, это сырок, да, камамбер или как его там, да? Ух, супер, аж течет как. Вау, беленький готовит. Ой, супер, ой, это тесто месяц. Это супер. Вообще, вау, какой он мягкий. Дайте мне веер, мне уже жарко стало. Ребята, кто бы что ни говорил, но немцы делают вещи. Да. Какой уровень шашлыка. Кайф! Вот это шашлындос! Шашлындос, наверное, с БМВ, с БМВ. Кайфуем, кайфуем. Клей? Да-да-да, что-то клеют. А! Какие-то пластиковые штучки. Прикол! Вот это залипалово. Кайф, братцы. Ой, каждый вот так вот взять. Она так хорошо отдирается. Отодрать. Вообще супер. О, это мыльная вода? Как он ее колбасит, а? Подрыгал, подрыгал, подрыгал. Оп! Она засохла. А, это, наверное, воск. О, ничего себе. О, это что, Орео? Похоже, знаете, на какое-то пирожное. Начинка беленькая. Начинка беленькая. Обожаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Подровнял. Ой, это он так собирает камни. О, поедатель камней. Вау. Ни разу не видел, как делают камни. Ох, как собирают эти камни этим пылесосом. Посмотрите, как ровно разрезает дощечки. Прям каждая... Ой-ой-ой, аргурчик. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Пальчик не отрежь, братанчик. Ой, какие они ровненькие. Ля. Вот это кайф. Ой. Это звук новой тетрадки? О, ребят, снова новый учебный год. Я знаю, как это тревожно на самом деле. Я надеюсь, что в новом учебном году у вас все будет хорошо. Ставьте лайк, и я уверен, первая четверть, первый триместр у вас пройдет замечательно. Ставьте. Дай вам бог здоровечка, все будет хорошо, не переживайте. Отдохните эту половину лета. Осталось немного, конечно, да. И растянули. Это пленочку накидывают, да? Ля. Open. Класс, класс. Вот это хорошо придумали. А, пиццу захотелось, да, ребят? Блин. Намесил. А, вот это чехлы производит. Прикиньте, ни разу не видел. И все на iPhone, посмотрите. Ребят, а вы часто меняете чехол на телефон? Это точно приятное видео, братцы? Эти цепи на мне. Так манят. Опа. А что это за... А, это бутылка, ребят.
Это бутылка. А вы о чем подумали? Это Bluetooth или Lakeport? И ради этого я обрела себе 2 часа. Ну что это за ди... Я сейчас помру. Вы в Австралии, да, братцы? Да выкидывай ты его уже! Я чуть не помер! Ой, это, наверное, знаете, вот эти как аналог песочных часов, которые, помните, в больничке были, когда маленькие там сидели, какую-то процедуру делали, ставили часики, ты на них смотрел, они капали, 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 падал песочек, и потом все заканчивалось. Мило, правда? Перешивают руль. Да. Прикольно, ниточки теребит. Volkswagen Das Auto. Das Auto! А, колечко! А, из кольца! В... Right? Это жиза, да, когда одна зря дышит, другая нет. Right? Реально работает. Стой, подожди. Right? Чего? Не работает, я не понял, честно, о чем они вообще говорят. Мой нос прочистился. Не знаю вообще, какой разницы. Я знаю эти пирожные, это безе, да, безе, оно легкое такое, нежное, из белков, да? Супер. Как будто достает какую-то картошку и кладет на противень. Я прошу прощения, я начал зевать. Это очень сильно расслабляет, и вот эта музыка спокойная, это нечто. Красивенький такой, ровненький, такой... Пампушечка такая, ух, супер, волосики, каждый волосик, посмотрите, делать, чтобы создать парик, класс, ни разу не делал, как делал парики, реально не видел ни разу, но вот кто бы носил такой парик, девчонки, вы бы носили? Это что такое? Годный, 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 я проорал. Вау, заливает в дырочку. Вау, реально классные пончики, как покрывают глазурью. Но в дырочку залил хорошо. Какая шутка. Не, ну это очень приятно и гладко на самом деле, ребята. Вот это правда. Это черепаха, ребята. Ну, это прикольно. Да это же черепаха, она, наверное, мягонькая. Интересно, а черепах выбирает больше мужчины или женщины? Тут главное просто погладить. Ну, прикольно, согласитесь. Вау. Вау. Я уже, наверное, проиграл 100 раз. Похоже, знаете, на малинку. Но это не малинка. Сейчас будет заполнять полный бак. Ес. Прикольно. Не, ну это приятно. Ну, кто скажет то, что это неприятно? Ну, я не знаю. Вау. Ну, реально круто. Ну, реально круто. Ух, гончар. Какой тоненький кувшинчик. Ух ты! А, краси диск литой.
Да, сейчас бы на лите зимой гонять. Класс. Ха-ха-ха. Ух ты, а чем он покрыл? О, какой насыщенный цвет. Ля. Очень приятно. Взял так в руку и выдавил. Кто умеет так, ребят, рисовать? Напишите в комментариях. Это ж сколько... Это каждый листочек надо, вы посмотрите, прорисовать. Вот это дерево очень детализировано. Например, да, туда, там 440, 5, 480, 1080. Вы думаете, какой-то... Что ты несешь, типа? Ладно, это я о своем, о женском. Вау. Как он делает плюшки? Наработал навык. Руками работает нормально. Еще ускоряется, елки-палки, посмотри. Каждую булочку так вот бьет, чтобы получился хороший круассанчик. Или что он там делал? Кажется, как будто это из пластилина, но нет. Я даже не знаю, из-за чего это. Это карточка Сбера. Это что? Ага, он вытаскивает чип. И сделал свою какую-то карточку. Доктор Абдул Латиф Шаргамнов. Ёлки-палки. Вымышленное имя какое-то написал. Ну, карточка, наверное, премиальная. Премиальная. Класс. О, давай, давай, давай. Вау. Я думал, туда запихнет, знаете, как швабру в ведро опускают, чтобы обмакнуть. А тут просто залили кусок металла в воду, и он все там ошпарил. Вот это красивый узорчик. Просто вау. Ну не скажи вау. Я уже сказал 10 раз, ребят, это вау. И сейчас сказал. Красивый рисунок. Похоже, знаете, на какие-то надписи из Древнего Египта. Из Киндера, да? Штучки. Ты серьезно? Он залил клим. Ага, вот так вот. То есть мне нужно было собирать всю жизнь Киндер ловить, да, чтобы получить какую-то фигурку. А они просто залили это все клеем и сделали подставку. Это просто... Валберис идет открывать свой пункт выдачи. Okay, guys, this is kind of interesting. My sink wasn't draining, so I got this little claw thing. Look, you can squeeze it and it like opens up. And yeah, so I took this off after a while. It was kind of hard to get off, but I took it off and I stuck this down here. And look at what I found. Come on. Ой, что-то боюсь. This да is kind of interesting. My sink wasn't... Потрясающе. Вот знаете, на что это похоже? Я бы вам сказал, но боюсь, это будет слишком жестоко. Вау, какая сосиска между булок. Ух, посыпал на вкусненьким. Столько перцем. И какой острый ножик. Сразу захотелось миска такого. Ух! Классно! Каждый раз, когда я наклоняюсь... Я осуждаю Максима. Ты можешь так сделать. Ля-ля-ля, посмотрите, какое перо. Точнее, перьевая ручка. Септемба. Класс, класс, красивый почерк, очень красивый. У-у-у, вот это красивое мороженое, ребят. Прям ровненько, мой перфекционист очень доволен. Посмотрите, как идеально вверх стремится это мороженое. И оно такое еще высокое и не падает. Не, немножко скосилось, немножко кривовато. О, вау, перекрашивает капельки. Это круто. Еще внутри что-то там происходит. Добавляет краски. Я прошу прощения. Соединяет капельки. О, мясо. Вау. Не-не, с капельками было покруче, мне кажется. Ой, тараканчик, здравствуйте. Я чуть не...
идеальная рамочка, чтобы поклеить обои. Самое главное сейчас поклеить обои снаружи на кирпичном фасаде, чтобы было очень красиво. Жиза, да? Каждый год одно и то же, да? Правда, правда. Пойдешь в уборную. Сижу на полу, жду, когда выйдет из душа. Потом... Спустя 15 минут. Действительно, что они там делают? Что там можно делать? Что там можно делать столько времени? Удивитесь, если кто знает. Гений. Это было не просто смело. Осуждаю. Зачем так делать? Скажите мне, зачем так делать? Это же нечестно. Суперклин. Ай, какая же невероятная штука. iPhone 2G, iPhone 14. Ой, как же это давно было. Лет 15 прошло. iPhone того времени был настолько ограниченным, по моему мнению, потому что был Android тогда, и там можно было передавать друг другу много чего интересного, а там этот iCloud, iSound... Обрежет? Или не обрежет? Обрезал. Не, ну это эффект. Показываю секрет моей жены, как она вот так удобно и эстетично вешает джинсы и брюки на вешалку. Такого я реально ни у кого не видел. Руками? Они обычно валяются где-то на полке, мятые, либо спадают вот с таких вот вешалок, которые еще и цепляются между собой. Короче, я реально не понимаю, почему. Но китайцы придумали кое-что новое. То есть, руку помыть не судьба? Ну сколько можно? Из арбузика придумали прикольные штучки. Да-да-да, сразу покупательская способность увеличивается. Предложить кому-то так сделать. Та самая одноклассница с прозрачным чехлом. Да-да-да, еще карточку туда положит. Сбербанка. Да-да-да, чехол потрясающий. Пёсики. Их можно кушать. Они вкусные. О, правда. На тени кажется, как будто где-то из женщины превращается в мужчину. Вы только посмотрите. И рот открывается. Мужик открыл рот и молчит. Зачем он это делает? Как почистить кокос. Это прикольно. Дасоуту? Да-да-да, это Дасоуту. Булки сжались, чувак. Как сделать ваш огурец помягче? Что так они придумают? Ну просто его, по-моему, в духовке зажарили. Он стал мягким. А что вы хотели от него? А как обратно? Ты живешь в Австралии. Австралия — это страна пауков? Пожалуйста, не надо. Он исчез. Как давно не слышал этот звук. Лет ему до два, наверное. Бедный котик. Ух ты. Я честно, я не знал, как пили дерево. Я правда не знал. Обалдеть, вот такой штукой елозит. И она обхватывает дерево, и она пилится с двух сторон. Обалдеть, я правда не знал. Я реально не знал. У меня в голове до сих пор два дровосека, которые пилят эти деревья. Ну это гениально. Класс. Я по жизни. Что, машина просто... А, я думал, машина едет, а он просто решил в коробочку влезть. Ой-ой-ой-ой-ой, миська, миська, миська. По путику хлоп-хлоп-хлоп-хлоп.
Прикол. Вау. Оно прям на глазах. Пена, да? Да, чувак. Это монтажная пена. Какая вода прозрачная? Новый тренд нарощенных ресниц. Там тренды придумывают каждый день, похоже. Но есть нюанс. Это кому-то может не идти. А мне пофиг. До и после. А, то есть стекло, да? Сначала грязное, потом надо его протереть. Women. Мы поняли. Это не ум-ду-ду-ду-ум-ду-ду-ду. Это же тормоз, ребята. Это дергать. Защита. Вау. Защита всегда со мной. Очень приятно. Тот рано встает, тот, скорее всего, не выспался. Не, ну это база. Прикольно. Вы посмотрите, какой умный попугайчик, даже включает YouTube. И какая у него рекомендации? С попугайчиками, да-да-да-да-да. Он попугайчиков смотрит. Ютуб даже для попугаев рекомендации делает. Котики. Док. Кушай. Ловкость картошки, град. Сливки налила. Ой, прилип, да? Жесть. Ой-ой-ой-ой-ой. Как лапками делает. Почему все спотыкаются об этом? А говорят, у нас плохие дороги. Взял, сожрал. С Новым годом. Что-то какой-то сегодня день причесок, я смотрю. Ну, приятненько посмотреть. О, ух ты! Как можно посадить-то, а, на стену? И забудет сфоткать. Вау. Ес! А объектив-то закрыт. Класс. Мама, веди себя хорошо в гостях. Так же через секунду, как пришел. Футбольчик. Забьет или нет? Да-да, обвел все. Вау! Вот. Мотивация. Один раз подтянулся, целый стакан выпил. Как у него влезает все это столько? Мне кажется, там можно... Что она делает? Да ладно. В кёрлинг. Языком. Прикольная штука. Вот это годно, это мы уже видели, но это кайфово еще раз посмотреть на это. А как у нее здесь растут волосы, не пойму. Или это затылок? Навалил крем. Пукнул, а тут укусил его. Вау, да, вилка, лимон. У меня нет кислота. У меня в слюне во рту выделились. Найк. Это так менять полосочки? Вау. Придумайте коммент к этому, да.
Ну, это на самом деле хромакей, потому что нереалистично смотрится. Вот. Мой перфекционист тоже доволен. Вы гляньте, они едут через снег. Равномерно. Вот это работа. Кайф, кайф, кайф. Вы гляньте. Все почистили. Вау. Посыпалось так, как хорошо. Это паприка, да? Ой, сколько много вкуснятины. Вау. Реально классно. Реклама вентиляторов, которую мы заслужили. Покупайте наш вентилятор. Он такой мощный. Мужчина, хотите кофе? Вау. Вот это они навалили кирпичи. Теперь он без мяса. Класс. Это такой способ календаря. Я календарь, я календарь. Интересно. Прикол, ДС. А, и получается космонавтик и Земля. Вот это круто. Опа, оп, оп, оп. Сейчас, по-моему, из этого буду делать шар. Да? Обтачивать его так круто. О, да, 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 да! Гляньте. Какой он гладенький получается. Супер. Это просто вау. Это что такое? Это что за стеклоподъемничек? Ничего себе. Это металл? Или что это? Я не пойму. По-моему, да. Никогда не смотрите на сварку. Почему вы смотрите на сварку? Мамка сказала не смотреть. Ой-ой-ой! Как это мягонько было! Это что такое? Прикольная лошадка. Я никогда так не делал, но это очень приятно. У нее, наверное, мордочка такая мягонькая-мягонькая. Это штучки для лифа. Вау, вау. Вау, мягонько как. Ой-ой-ой. 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 Какое прозрачное платье. Почему все шутки сводятся к этому? Почему все шутки сводятся к этому? Просто, наверное, ассоциация вот с этим связана с тем, что очень много видео про это. Ну, это было приятно. Ну, успел. Ну, наверное, это очень приятно. Стоп, это... Не понял. Эти вот сосалки? Что? Дырку в стене делает. Вау. Проделал. Ничего себе. Такого никогда не видел. Запал рыбку. Нормально. Что это за пупсикошка? Вау, маля, божая морожка. Какой она год. Они обратно вернулись. Это хомячок. Посмотрите, как он умывается. Это очень залипательно и прикольно. Стекло. Совсем кривой, то полей его водой. Форму принял он гантели, поливай водой теплее. Вот в истории с сардельками
Самое вкусное это... Когда вот так с кожурой. Как надо есть рот, он правильно. О нет, неужели это Томас Шелби из козырьков, который стал табуреткой? Кто это? Точно, это Томас Шелби. Возможно, спасибо. Из козырьков, который... Век живи, век учись. А что здесь? Расходимся, ребят, расходимся. По-моему, там места много. Так, ты утром. Ну и что? Каждый день так выхожу. Только не за окном не море, а пятерочка. Volkswagen, das Auto. Вкусненько. Opel, verliebt Auto. Вау, какая морковочка классная. Зато своя. Без химии, кайф и всего прочего. Пытается открыть банку. Не получается, зато машину просто раскромсал. Это гениально. И не остановит же такое, да? Блин, ребята, это Жиза, да? Не волнуйся, ролик просто посмотрит ролик. Он просто уничтожил этот огурчик. Бронетелек, на нем можно скакать. Да, точно. Можно вместо половика постелить сразу. Годно. Это роза? Роза, реально. А, вот это приятно. Я не знаю, почему, но это очень залипательно. Джордан делает. Кормила, ты дело разогнал. Технология. Бедный пацан. Прошлась по лицу. Вот это тяги. Ты смены подошвы, это вообще тяги бархатные. Это так мило, это просто вау. Она расстроилась нереально. И неизвестно, порадовалась она или нет.
кто-то искал работу полегче. Это потрясающе просто. Это из проволоки? Я даже поверил. Подпевай, говорит. О! Что с ним? Нюхает воду. Volkswagen. Ра-та-та-та-та. Потом капут. И капут. Да. Приезжаю в свой родной дом после того, как пришел завод родителей. Это такая жизнь, Ирина. Девки, скорее снимайте трусы, к нам пацаны идут. С веревок снимай! А, блин. С веревок снимай! Я так ору с этого. Плачет, а там зарик кто-то сидит. Или что? А, закрываешься, да, а потом плачешь. Смотри. Картошка проросла. Ёлки-палки. Вот эта хозяйка. Обалдеть. Ёлки-палки. Мне нужна такая же... А, нет, у меня замочек сам сломался. Чтобы покрывало не сбивалось. Вау. Годно, кстати. Ровненько. Что это? О, рубашку. Как делают рубашку? Вау, гляньте, как ее натягивают. А, в пакет. А, как по мнению мамы, я должен гладить рубашку и складывать ее. Потрясающе. Потрясающе. А, нет, это не обратная съемка, или залипательная сейчас должна быть. Зачем здесь яйца? Реально, зачем яйца? Маленькую ложечку сделал с помощью яиц? Потрясающе. Каждый день так делаю. Я думал, он мусор хотел выбросить из окна. Вот это он дунул. Это просто имба. Если у вас не такие завтраки в школе, меняйте школу. Белиссимо. Классика. Главное пальчик оттопырить. Неправильно, не надо наклониться, нужно вот так есть. Шоколадик. Вау. Это нереально годно. Я залип. Он ее сожрал. Вау. Линейка, да? Ой, поначалу немножко раздражает этот звук, но потом что-то привыкло.
мягонькая булочка такая. Ух, как он сжимает хорошо. Ням-ням. Реально, ну прикольно. Ух ты, как он сует туда. Не, ну посмотрите. Перемешивает, по-моему, да? Хотел сказать грязюку. Смесь. Макарошки? Так делают макароны, ребята. Если кто не знал, так делают макароны. Вручную. Спагетти. Италия. Чё тут? Вау, разменный аппарат? Обменял соточку? На монетки? Да, в замедленной съемке хорошо так делают эти штучки. А это что? А это уголь! Ха, прикольно так. Разжег ее, да? Нет, чтобы вот так вот не делать, да? Как быстро. О, завязывает, посмотрите. Да. Нормально. Это что он делает? Не понял. А, выпрямляет, да, я так понял. Там, наверное, было какой-то удар. Сначала не понял. Думал, газовый баллон, что ли, нет? А это кофе, кофе, кофе. Посмотрите, сортирует, да? Вау. Перемешивает, перемешивает. Прикольно. Как ровненько делают стеклышки. Ну, это идеально. Ну, заранее подготовили там все это дело, и теперь выбивают. Какие-то части, которые можно выбить. О, как снял-то, а? Лента, да? Светодиодная или что это? Да, походу. Похоже, похоже на то. Такой не помню, зачем ее протягивают. Опа. Сейчас, наверное, стрельнет. Прикинь. Давай. Прикинь. Годно. Вау. Зефирка. Клубничка в шоколаде. Это сказка. Бананчик. Супер. Ага, заш... Что это? Сушися банан... Отомстил. Там 9 человек сидел. Альфа. Не понял, это таракан? Фу. Я чуть не помер. Я ж рука дрожит, я не могу. Я терпеть не могу таракана. Ух, арбузик какой. Фу. Свеженькая, вау. Сегодня для спать пораньше. Банан растет на дерево. Жиза. Гениальная жиза. Идеи тут классные, которые можно заказать. Как мой парень прикрывает свою машину.
Да, ребята, нежненько, нежненько. Чудо 6000. Ой, я так ору с этого.